Ира едет. Ира! Ира! На ногах стоит сама. Да. Быстро передо мной перешли. Тонги Фабио. Тонги Фабио. Тонги пришел совсем. Очень давно. Очень вчера. Давно. Вчера. 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 Нет, Фабио сегодня в 6:43. Нет, да. Тонги вчера в 11:03. Ага. Ого. И но все. Тонги ушел, прям ушел. В смысле третий? Ты третья? В смысле третья? Я шестая. Ты третья? Ты финишировала третьей. Нет, нет, ты третья. Да? Смотри. Так что все, ты молодец. Смотри, ты третья. А ты слышишь? Sur tout, tu vises le copain. Hein. Tu n'es pas encore douché? Si, si, je suis douché. Ирина, Ирина, elle pas douché. Ир, ну, мы все знаем, что ты герой. Совершенно непонятно, как ты это вытащила. А, у тебя было много проблем. Что было самое трудное? Самое трудное было принять решение, потому что я обнаружила, что у меня не будет электричества в первую ночь. У меня оставался один заряд на аккумуляторе, почти полностью заряженный аккумулятор, и это надо было растянуть до конца. Так, чтобы мне выходить на знаки, хотя бы чтобы GPS-ка работала. Я понимала, что всю гонку мне придется идти без автопилота, чтобы поддерживать работающими инструментами, чтобы хотя бы получать какие-то данные. И был критический момент, мы знали, что надвигается холодный фронт, надвигается депрессия, то, что мы говорим. Циклон. Циклон, да. И нам обещали, что будет где-то около 25 узлов на порыве до 30, на самом деле было 30 на порыве до 40. Самую большую цифру я видела 48 у себя. И мне нужно было принять решение, что я иду вот это все без автопилота и с непонятными перспективами. И я решила, что этот путь будет моим крещением в классе прото. Так или иначе, многие из ребят проходили такую вот историю, когда несколько дней ты идешь только на руках. И я решила попробовать. Бороться было за что? За второе место. Друзья, привет-привет! Это Ирина Грачева, проект Ирина Грачева Рейсинг. И сегодня хочется поговорить о третьем этапе, прошедшем, сделать традиционный разбор. Но жизнь наша в классе мини не стоит на месте. Только мы закончили гонку на воде, и уже гонка на берегу, в подготовке, в работе, как кони в мыле. Если честно, все и так уже понятно, и так уже сказано, много слов в том, что произошло о втором месте. Я очень рада этому второму месту, очень рада тому опыту, который мне удалось получить, потому что теперь я знаю, что даже в ситуации, если откажет автопилот, если не будет электричества, что, в общем-то, все возможно, и это проверено на опыте. Поэтому этот выпуск будет немножечко другим по сравнению с предыдущими разборами. Мы будем просто наслаждаться тем видео, которое мне удалось снять. К сожалению, снять удалось не все, но, в общем и целом, мне кажется, должно получиться неплохо. И, Владимир, еще раз привет, спасибо большое, благодаря вам эти видео появились, и благодаря вам сейчас мы будем смотреть разбор третьего этапа. Итак, мы находимся перед стартом третьего этапа гонки САС. Этап очень ответственный и сложный, будет очень много лавировки против крутой волны, и будет много ветра во второй части. С 25-го ожидаем прихода циклона, который зацепит нас своим хвостом и холодным фронтом. Настроение боевое, но, как всегда, аккуратно, стараемся ничего не сломать, и главное дойти до финиша. Лодка готова, укомплектована под первоначальную лавировку.
равнозначную, мотосажить времени не будет, поэтому все разложено по бортам. Ну что, успеха мне! Эй! Лавировка прошла, и после этих моментов ночью я обнаружила, что у меня не будет работать бензиновый генератор, и что мне придется провести остаток гонки в режиме строгой экономии электричества, строгой экономии собственных сил, поэтому дальше видосов не было. И мы продолжаем с того момента, когда я уже настроила веревочный автопилот, и когда я уже как-то вошла в вот этот вот режим управления без паники, без страха, с пониманием, что происходит, с какой-то уверенностью в себе и уверенностью в лодке, и смогла снова взяться за камеру и снять немножечко моментов сильного ветра. Это, конечно, были не самые штормовые моменты, но надеюсь, что все-таки удастся передать те ощущения, которые были. Ощущение скорости, ощущение мокроты, ощущение крена, качки и вот этого вот вперед, вперед, вперед. Курс.
где-то после этого момента я узнала, что мой основной соперник Антуан Перин был вынужден сойти. Единственное, что я слышала по радио, это то, что у него проблема с рулевым устройством, что именно было непонятно, но позже, когда я уже финишировала и поговорила с Антуаном, оказалось, что проблема действительно была серьезная. Он рулем налетел на что-то в воде, и весь руль, он крепится на трансе с помощью двух, как это назвать-то, шкворень, наверное. В общем, две оковки на трансе, в которые вставлены пины. И верхний продавило внутрь лодки, то есть в лодку начала поступать вода, и, естественно, все это перекосило, это было ненадежно, и только то, чтобы дойти до берега. Кстати, такая же ситуация у меня была на моей предыдущей лодке Кашасе во время гонки мини-трансат в первом этапе, но мне удалось с этим справиться и дойти, но все-таки у нас не было такого сильного ветра уже, когда случилась поломка на Кашасе. И сворачивать-то мне было особенно некуда. Вот, так что проблема Антуана мне хорошо известна. И очень жду, чтобы встретить его снова на дистанции. К сожалению, в следующей гонке мини в мае он гоняться не будет. Очень трогательно. Федор говорит, в Фейсбуке пишет, утром проснулся, Иры на треке или нет. Тревожно. В какой-то момент ты разворачивалась и пошла обратно. Что случилось? Я не шла обратно. У меня случилась такая история. Мне, чтобы у меня шорты на лодке прислужат для того, чтобы она шла прямо, когда киль. Да. Чтобы не дрейфовала. И начинали вот эту всю историю с сильным ветром и в лавировку. И шверт, его позиция на лавировку максимум вниз. Угу. Максимум вниз значит, что в корпусе его практически нету. И я могу безопасно его нести в такой позиции только до 8 узлов. На 9 он ломается просто. Когда я понимала, что уже начал ветер отходить, и что впереди холодный фронт, где будет еще отходить, то есть я начну ричить, а потом еще и заход ветра, я понимала, что скорости у меня будут запредельные, мне нужно поднять шверт. Поднять его настолько, чтобы он зацепился за лодку, чтобы его не сломало. Поднять шверт, вы представляете, было 30 узлов. Уже было 30. Я не представляю. Чтобы поднять шверт, нужно остановить лодку. Остановить лодку в 30 узлов. Я привелась, естественно, я постаралась остановить здесь волна. И когда еще на остатках автопилота я его включила, и он сделал поворот с Аверштага. Угу. И с килем, с мотосажем, все на подветер, меня положило практически мачтой в воду. Из этого положения мне было очень-очень долго не выбраться. Мне было не повернуть обратно. Потому что повернуть против волны в 30 узлов на прототипе, где все оказалось с подветра, нереально. Мне пришлось киль навинчивать на другой борт. На другой борт. Но навинтить киль на другой борт, когда лодка лежит просто как бы... Это то еще упражнение. И я очень долго боролась с этой проблемой, мимо меня прошло несколько лодок, так вот помахали мне ручкой, я им тоже помахала. Я не знала, как долго я еще буду так вот лежать, и казалось, что я иду назад, на самом деле это было просто боковой дверь. Скажи, пожалуйста, с генератором что случилось? Вытекло масло. Вытекло масло, оно осталось в сумке. Я его достала, масло под ним. Вот. И мне его еще удавалось, когда я пыталась его заводить, там было узлов 20, то есть уже пачка. И он еще как-то работал вот, ну, чуть-чуть там что-то. И я пыталась его стабилизировать, то есть сделала подкладку, чтобы он стоял горизонтально. И все равно не получилось. То есть он работал очень нестабильно, очень недолго, и потом вообще перестал работать.
Но мне в той точке уже как бы было все равно, я понимала, что самый трудный момент будет вот этот холодный фронт. А дальше, ну, нужно его пережить. Дальше был еще один трудный момент, когда я подходила к БХ, к бою, я подходила на электричестве, ничего не было. Я уже выключила все, у меня оставалась одна GPS-ка, мне нужно было дотянуть до буя, там ожидалось течение около 3 узлов, и мне нужно было в буй попасть, мне нужно было его найти. Это на Жеронде. И я подходила под спинакером, мне нужно было срубить спинакер и разрефиться еще. Это все просто так вот как бы без автопилота не сделать. У меня оставалось там какой-то маленький заряд батареи. Я вот его включила, чтобы сделать последние вещи, чтобы разрефиться, чтобы найти этот буй. И Total Blackout случился за 3 мили до буя. Я не дотянула. Видео этого момента, опять же, у меня нету в связи с очень тяжелой усталостью, загруженностью и прочим. Да, как я уже сказала, случился total blackout во время огибания нижнего буя BX-а. И что было после? Вернее, что было до? Я шла уже долго на руках, потому что это был спинакерный курс. Сначала я начала, вот как на предыдущем видео, с кода Zero, с Женака. Потом постепенно ветер чуть-чуть ослабевал и отходил, ослабевал и отходил. Я поставила А5 и под ним доходила до буя. Там уже, может быть, можно было поменяться, но у меня не было возможности, не было заряда батареи, чтобы сделать это с автопилотом. Без автопилота все-таки лодку подхватывала, и она глиссировала. Без автопилота, ну, как бы никак. Большие потери были бы. И мое настроение, мое состояние было такое, что до буя надо дотянуть, а там хоть трава не расти. Пусть там хоть total blackout, что угодно. После буя будет поворот, после буя будет лавировка. На лавировке я уже чувствую себя уверенно. Я сделаю свой любимый веревочный автопилот, разберусь со всеми вещами и смогу немножечко отдохнуть. И вот когда я обогнулась, когда я вот это вот в мои поиски буя, я наконец поняла, что я его обогнула по большой дуге, и как бы можно расслабиться, можно идти. Я шла вдоль берега и уже переоделась наконец-то, потому что больше полутора суток я была абсолютно мокрая. Как вы видели на видео, вода просто хлещет и заливает везде. И в сапогах стояла вода полностью. Я была абсолютно мокрая. Переодеться не было возможности, потому что первое... Ну, ты переоденешься, дальше да, оно все равно заливает. И что? Второе, когда уже стало потише, у меня не было, опять же, возможности оставить руль. И я решила, что... Я же все-таки в гонке, поэтому важнее сделать все для скорости, а переоденемся как-нибудь, когда-нибудь, может быть, потом. Вот, и тут я переоделась и поняла, что будильник-то у меня тоже работает от батареи. И я уже сколько? Двое с половиной суток без сна практически. Я понимаю, что сейчас я могу поспать, но я иду вдоль берега, берег не так уж далеко, в случае, если будет меняться ветер. И а что, если я вот сейчас как бы провалюсь в сон, и когда я проснусь? Как вообще с этим быть? Я такая, как бы думаю, блин, заметалась. И тут у меня случилась вторая в моей жизни галлюцинация. У меня было полное ощущение, что я не одна на борту, что вместе со мной моя подруга. И мы с ней договорились, что будем спать по полчаса. Сначала полчасика я посплю, она постоит на вахте, потом полчасика она поспит, я постою на вахте. Главное не спать больше получаса. Договорились мы с ней, и я пошла спать. Я специально выбрала даже не позу, а я не стала делать удобную кровать, то есть легла в неудобной позиции. Не стала накрываться, у меня есть такое одеялко маленькое, которое прямо поверх мокрого непрома я использую, просто чтобы немножечко согреться и чтобы руки замотать. А так вот, я решила это одеялко не использовать, чтобы было чуть-чуть прохладно, неудобно, чтобы проснуться. И удивительное дело, ровно через полчаса я проснулась. Осмотрелась,
Сначала я не поняла, где я нахожусь, что происходит, что вообще, какая-то темнота, какой-то карбон, вообще ничего не понятно. Какая-то жесть. Вот, потом, когда разобралась, пошла, осмотрелась, проверила свой курс по компасу, обычному компасу, примерно прикинула, посмотрела на огни, что где как, прикинула, где я нахожусь, посчитала течение и дальше спать. Еще полчаса. А потом еще полчаса и еще полчаса. Ровно по полчаса мы с моей подругой по очереди спали. Вот, после этого наступило уже утро, можно было вытащить панели, сразу же начать заряжаться. И в какой-то момент батарейка немножечко дала мне возможность включить приборы, поставить точку, понять, где я, потому что берегов уже не было на тот момент видно, и продолжить свое движение, уже зная, где я, что я. Правда, пока еще без АИС, то есть без понимания позиции соперников. Приготовление обеда, когда ты и на руле, и на кухне, и на парусах. Патрик у нас делает перекличку каждое утро и каждый вечер в 7 часов. Сегодня я первый раз не смогла выйти на связь из-за отсутствия электричества полного. И Патрик пришел навестить меня лично. Лично. Какая честь. Испытание штиль. Практически никуда не двигаемся. Ветер переменчивый. Только что передавали по коротковолновому радио новый прогноз на остаток этого дня и на ночь. Погода близкая к штилю, собственно, как сейчас. А потом сразу шторм, сразу холодный фронт и с порывами до 30, это мы уже проходили. Держаться нету больше сил. Я сегодня смогла зарядить батареи, но продолжаю заряжать, но это всего лишь на примерно 8 ампер часов. Так что если придется задержаться на ночь полностью, ожидаю новый блэкаут, как было прошлой ночью. Это какая-то жесть. Это какая-то жесть. Из шторма в штиль, потом снова шторм. Очень хочется проскочить. Осталось-то идти всего ничего. Здесь 27 миль до... Потом до Лесабля 25. Ну, как оно сложится, неизвестно. И соперники уже неизвестно где. Наверняка уже все проскочили, уже на другой стороне острова. В общем, И это все после 3 дней на ручном управлении, после шторма до 40 узлов на руках, после блэкаута прошлой ночью, когда возле BX-а у меня полностью выключилось все электричество, ни GPS-ки, ни огней, мне пришлось ставить строблайт, чтобы меня было видно. Ой, я так и не нашла, я думаю, что я его обогнула, но я не смогла на него выйти без GPS-ки.
И потом вся ночь на руках. Без показаний по ветру, без показаний по курсу. А сегодня ночью просто не было ветра. Не было ветра и было течение, да? Течение нас просто носило так и так. Вот. Потрясающе. Мы смотрели, как сходят мужики с маршрута, у которых вроде бы все хорошо, просто такое ощущение, что устали, надоело. Нет, ты никогда и не хотят. Знаешь. Нет, никого нельзя судить, ты никогда не знаешь, что у людей происходит на борту, и просто так в классе меня не сходят. Вот, ну, я понимаю, да.